Выпущена первая видеокарта на 7-нанометровом техпроцессе. Создателем линейки выступила компания AMD. Серия графических чипов получила название Radeon Instinct. Компания AMD представила первые в мире видеокарты, созданные на 7-нанометровом техпроцессе. Линейка под названием включила две модели чипов, Mi-50 и Mi-60. Об этом пишет AnandTech. Стоимость видеокарт пока не сообщается. Известно, что поставки начнутся немного позже. Mi-60 появится до конца года, а Mi-50 – в первом квартале 2019 года. Топовая видеокарта Radeon Instinct Mi-60 способна обеспечить производительность 7,4 терафлопс, а ее младший брат – 6,7 терафлопс. Пропускная способность памяти достигает скорости в 1 ТБС. Данные видеокарты не предназначены для игр. Их прямое назначение – крайне сложные задачи, которые требуют высокой вычислительной мощности. Сам производитель делает упор на скорость вычислений с плавающей запятой. Это важно при работе с нейросетями, облачными вычислениями и другими задачами. Предполагается, что вслед за этими картами производитель также выпустит чипы, ориентированные на потребителей, с применением новой технологии. Ранее сообщалось, что на известном бенчмарке Geekbench прошел тесты мощнейший чип Snapdragon 8 1150. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.